Всем привет! Сегодня на распаковке посылка, которая шла 20 дней. Ее стоимость 3 доллара 3 цента. Продавец указал 6 долларов, но я не помню, это вроде мы покупали на групповых, так сказать, покупках. Это платье пляжное такое, ну или накидка, или как оно там, платье, накидка. Вот желтого цвета должно было быть. Так, ну давайте посмотрим на качество. Ну, оно такое легкое, прозрачное, понятно, что под купальник. Вот такого оно получается, как выглядит на модели. Вот здесь вот я укажу, оно получается надевается на, так сказать, на плечо на одну, потом как-то перематывается через сзади и надевается на другую сторону, и оно вот так вот воздушное такое, легенькое, пляжное. Ну, вот такое вот качество. Не знаю, видно, не видно. Давайте посмотрим швы. Вроде нитки не торчат. Строчка ровная. Вот такая вот вещица. Ну, я думаю, неплохая. Так, ну, ссылка на товар под видео. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, до свидания.